поняла. Всем привет. Доброе утро, ребята. Утро поистине добренькое. Ну, у кого утро, у кого обед. Сколько времени сейчас? Без пяти двенадцать. Ну, нормально. День сегодня у нас какое число? Ну, скажи, какое число? 10 января 2000, ключевой момент 16 года. Не забыл, я помню об этом. Вот, 12, пора вставать уже. Сюда доносятся... запашок жареного мяса с макарошками. Они уже готовы. Нормальная свалка. Все, короче, это, давай, пошли. Будешь кормить меня, да? Конечно, буду. Ну, пути. Давай. Иди. Ну, так хорошо, удобно сижу. Ну, так удобно. Ну, конечно, кто бы сомневался. Ножкам тепло. Хорошо спалось? Хорошо. И не только спалось, хорошо. Да? Я жду, когда ты встанешь и пойдешь. А что тебе мешает встать? Чтобы ты в камере не светилась, а. Вот, молодец. Видишь, как? На кухню. А вот теперь можно самому встать. Все, идем, ребятки, дегустировать сие блюдо, которое нам тут приготовили. Что тут такое? Это макарошки. Ух ты, блин, а, током бьется. Это макарошки цветные. Едим мясо. Мясо на столе. О, свининка со специями пожаренная. Это у нас, ну как вы поняли, колбаска, сырок, хлебушек. Лучше этот прямо достань. Лондона. Как его достань? Кетчуп. А чайник поставила? Тоже даже он налил, а чай-то не видит. Еще, смотрите, уже и чай налит. Видите, дымок, сахарок. Все в лучших традициях. Теремочка. Все, приятного вам аппетита. Ребята, просыпайтесь и начинайте заниматься уже делами наконец. В теремочке, конечно, хорошо, но пора бы и честь знать. Навели мы там порядок. Ну, точнее как, девушка навела порядок, я ей помогал. Морально, в основном, поддержка. Сейчас зашел в Ашан, на Беляева у нас. Надо бы затовариться продуктами. Какие-то конченые, блядь, корзины. Мне такие не нравятся. Это другое дело. Так, надо затовариться продуктами. В первую очередь нужны продукты для бутербродов. Это хлеб, колбаса и сыр. Колбаса есть. Можно сюда зайти? Спасибо. Хлеб есть. Для бутербродов есть все. Теперь нужно купить кофе и сгущенное молоко. Кофе есть. Якобс. Короче, молока в банке нету. Зацепил в пакетике. Еще нужны яблочки. Взял яблоки Red Chief, выращенные в Сербии. Надо бы их взвесить. Клавиша 48. Ровно на 100 рублей получились. Сумма покупки составила 779 рублей. Как-то дороговато. Я рассчитывал где-то на пятихаточку. Ну да ладно. Мне девушка... сделала подарок, такой новогодний типа, подарила духи Hugo Boss. Сейчас придем домой, сделаю на них обзор. Привет. У вас тут сумка новая появилась, кошачья. А мы когда покупали Фису, абиссинскую кошку, взяли сумку, не купили, в руках ее решили повезти. Но это, конечно, было большой ошибкой, хочу тебе сказать. Еле довезли, но их метро пугает. Так, дома все тихо, спокойно. У нас тут, ребята, кошка появилась новая. Кошка Дашка. Наташа, а где кошка находится? У Аньки. Анька, покажи кошку. Кошка Дашка. Только если она будет мяукать и ворваться, лучше отпусти ее. Да? Сейчас мы посмотрим на кошку Дашку. Кошка Дашка. Смотрите, какое пугливое создание. Ты в первый раз в комнате, а? Дарья Петровна. Вот такое вот. Новый ж... Тихо, спокойствие, спокойствие, Даша, спокойствие. Это наш новый жилец. Ты посмотришь в камеру или не посмотришь? Ой. Господи. Спокойствие. Только спокойствие. Что ж такая пугливая? Ну все, ладно, иди, Даньки. Как говорится, куй железо, не отходя от кассы, да? Сейчас сразу же сделаем обзор на эти
духи. Главное вспомнить, где у меня находится штатив мой. Сейчас найдем. Штативчик нашелся. И вот он, привезенный из Америки Саньком Демидовым. Вот он, мой чудо-подарочек. Осталось настроить камеру. Ну, вроде так, нормально, да? Освещение the best, лампочка светит. Все супер. Итак, духи называются Hugo Boss. Та-да-дам, да-дам. Вот такой флакон. Boss, Hugo Boss. Есть описание. Что же они из себя представляют? Ну, запах хороший. Запах обалденный. Теперь я буду пахнуть древесным запахом. Сейчас, у меня где-то описание есть. Торговый дом Hugo Boss, производство Германии, назначение мужское, семейство древесные. Ароматные привинения вечерние. Аромат лаванда, береза, африканская фиалка, мускус. Что самое главное, ценные породы амазонского дерева. Так, полное название этой серии называется Boss Bottled Nights. Ну, здесь такого не написано. Boss Bottled Nights. Для амбициозных молодых людей, которые привыкли добиваться своей цели. Вот так-то. И быть готовыми к новым вызовам и сражениям. Они уверены в своих силах и знают, что любая цель достижима и все возможно. Ну, вот это про меня. Вот прям четко про меня. Девушка знает об этом. Не менее харизматичен и притягателен и флакон аромата, пронизанный темно-синим сумеречным светом и яркими красками летней ночи. Его элегантный и благородный полуночный глянец раскрывает своему обладателю секреты обольщения, притягивает его в свой таинственный ритуал подготовки к ночи соблазнения и страстей. Композиция: лаванда, береза, африканская фиалка, мускус, ценные породы амазонского дерева Лоуро Амарелло. Вот так-то, ребята. Ах, я прям чувствую, как я весь пахну. Время сейчас 19:13. Из дома выходить я уже не собираюсь. Буду монтировать видосики. Таким вот интересным и насыщенным образом прошел день сегодняшний. Первый полноценный день в Москве. Нет. Получается, это уже второй полноценный день в Москве. Вчера был первый. Но вчера он, знаете, так пролетел быстро и мгновенно, потому что я приехал в 6 утра, спал до обеда, потом непонятно чем занимался. Понятно, чем занимался, я монтировал видосик. Потом в теремочек. Теремочек. Да, ребята, точно. Второй полноценный, нормальный, адекватный рабочий день в расслабленном ритме он прошел. Я же на этом с вами прощаюсь, буду сейчас заниматься монтажом видосика, наверное, этот же видос сегодняшний я и буду монтировать сейчас, и сегодня постараюсь его выложить день в день, прикиньте, как классно. Благо, время у меня на это есть, меня это радует, настроение хорошее, все классно и позитивно, хочу вам сказать. Всем спасибо за внимание, всем удачи, ребята, посылайте мысли только позитивные в космос, да? И космос непременно вам ответит тем же. Не забывайте об этом, до скорых встреч.